Дорогие мужчины, поздравляю вас с 23 февраля, с Днем защитника не только Отечества, но и своих женщин. Мы желаем каждому из вас оставаться самим собой, быть искренними и настоящими. Больше вам сил и терпения. А самое главное, это чтобы вы были счастливы. Я поздравляю от души каждого из вас и желаю вам всего прекрасного, всего самого-самого лучшего, счастья и, конечно же, любви. Наши любимые мужчины, мы поздравляем вас 23 февраля. Все, что мы делаем в этой жизни, непременно для вас. Давайте будем радовать друг друга чаще. С праздником! Дорогие ребята, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Будьте любимы, любите сами, защищайте своих близких и будьте счастливы!